Вот. Всем привет, с вами канал Артмания. Собираем урожай груш. Эту вот зеленую мы отправим в холодильник, а желтые вот пообрезаем, посмотрим, что, как они. Этот зиме найду, они помягче. Тут зеленая, она более жесткая. Хотя, конечно, их надо было раньше собирать. Совсем немножко. Ой, яблоко упало. Уже груша готовится к осени. Листочки у нее уже вон какие красивые. Тут падают груши. Что, несешь? Давай, подбираешь. Ты будешь из этого мешка перекладывать? Ты будешь перебирать. Вот это вот моя груша. Вот они друг от друга. Чего? Задевают. Дыркой мешок. Знаете, зелень. Зеленый, через камеру зеленый. Красная. А что ты ее отложил красную? Ты же говоришь красная. Ну что? Ну, красная, может, она зеленая еще. Их надо, может быть, это было секатором подрезать. Не знаю. Что побольше, что с хвостиком дольше лежат. Ну как это? Питаются они там от хвостика. И все. Вроде мне кажется, она была в цвету в этом году, нет? Надо побери здесь. Где моя груша? Наверное, вот моя. Наверное, желтая. А вот это не зеленая разве? Прикинуть надо. Вот это разве не зеленая? Вот это можно. А вот это желтая, смотри. Это моя. Я ее буду есть. Она жесткая, я люблю. Они когда жесткие, еще пока что сочные. Это вот палка. Торчит и рвет. Вот поэтому я и говорю. А это оставшиеся дыни. Да? А это желтая? Можешь себе забрать. Да нет, я не люблю дыни. Они помягче. Но у нее попка хорошая. Мне кажется, тут сюда фигня. Ну, их можно пообрезать. А это желтая? Я надеялась, что ты сейчас перепутаешь. Ну, получилось два мешка. Как раз. Без одной груши. И остались там только совсем желтые. Да, они желтые. Желтые они совсем стали плохие, внутри гнилые. Мы их даже уже не трогаем. Их надо было собирать раньше. В июле, а мы их только в августе, пока меня не было. Груша считается моей. Как бы я ее хозяйка. Всегда здесь убираюсь, стригу газон. Груш мало, убраться проще.
А здесь вот сад какой. Здесь попробую уберись одна. Тут же вообще вчера приехали. Вообще кошмар. Не вчера, а позавчера. Вообще был кошмар. Яблок навал. Там вообще забита яма. Еще, а газон мы еще вчера стригли. Вон, ямы завалены яблоками. Здесь у нас бочка появилась новая. Виноград. Вот какой виноградик стал. А помните, был совсем маленький-маленький. Такой, как листочки с уголком. Что ты показываешь такое? Танцуй, танцуй, давай. Пук-пук, пук-пук-пук. Танцуй, танцуй, танцуй. Ой, ой! Ой! Я тебе говорила, ты упадешь. Ой, давай руку. Давай руку. Опа. Ой, молодец. Какой пенек. Давай покажем пенек. У нас тут гриб растет даже. Да? Там муравьи живут, Дима. Сейчас ты их разбудишь, и они тебя покусают. Ням-ням-ням-ням-ням, Дима, ням-ням-ням-ням-ням. Ну, вставай нормально. Вот, на краю не стой. Ням-ням. Ням-ням-ням, попку твою, ням-ням-ням. Что, съел яблочко? Ну, он подавился твоим яблоком. Да, Дима вчера купался на озере. На озере купался вчера Дима. Как Дима купался вчера? Помнишь, как ты купался?